Next up. Ну, они там раздают всякие брошюры там свои сектантские. Не только Библии, Библию тоже раздают. Да воинствующие атеисты, кстати, хуже верующих, вот реально. Мне кажется, вот воинствующий атеизм — это какой-то этап, через который надо пройти и стать нормальным человеком. Не, когда ты не уверен и утверждаешь, что Бога нет, это агностицизм, как бы. Когда ты не уверен и ты говоришь так, что я не знаю, это агностицизм. Атеизмы говорят, что Бога нет, да. Они это говорят с уверенностью. Они это не навязывают никому, типа, если вы там считаете, что Бог есть, то считайте как хотите, но, типа, я считаю, что его нет, я вот, типа, вот, я в этом убежден, так сказать. Это атеизм. Уже то, что там не уверен, все такое, это уже такая вот промежуточная позиция. Ну, смысл для верующих есть, я думаю, только как бы для верующих какой-то в этом сакральный смысл исключен. А, ну украшения, может быть, да, у украшений вообще нет особого смысла, кроме украшения, собственно. Thank you.
Не знаю, может быть, будет. Ночнега. На Твиче, наверное, лучше говорить негативчик. Часики, кстати, дали вовремя.
Это какой-то эйджизм реально получается, если человек там 15 лет что-то говорит и игнорирует его слова, потому что ему 16 лет. Ну так можно все время, знаешь, каждый раз, когда кто-то моложе тебя, не считать его слова, не воспринимать всерьез. Там, я там слова 18-летних не воспринимаю всерьез, там 30-летние мои слова всерьез не воспринимают и так далее. Возраст равно опыт, это очень относительно на самом деле, то есть... Как бы в теории должно быть так, но по факту... Опыт это как бы... Во-первых, он зависит от количества событий в жизни, которые у всех разные, и... Не всегда зависит от возраста, а зависит больше от какой-то, я не знаю, от... от жизни, от индивидуальных событий, происходящих в жизни того или иного человека. Плюс также усваиваемость этих событий в плане там получения опыта и каких-то выводов жизненных, которые из этих событий делают. У разных людей тоже всегда будет разное. И в итоге опыт как бы тоже... Один человек там вынесет опыт из одной ситуации, другой ничего не вынесет, поэтому это... Это все индивидуально, и возраст не может являться единственным показателем уж точно. И вообще он зачастую ни о чем особо-то и не говорит. Да, я все время забываю, блин, в этом месте, что тут исчезают гранаты. Причем все время дают следующую. Такое ощущение... Какой-то рандом подкрученный. При деме. Спасибо. Ту 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 ту.
Джозеф скучный, вот, кстати, да, это есть такое, я абсолютно согласен. Я вообще тут еще зануда. У меня поэтому и друзей нет. Вот, что думаете? Друзья, это то, что бывает у людей, которые не скучны. Фиган, Маш. Блин, бомбу пропустил. Сейчас вот опять что-нибудь на этом уровне произойдет, блин. Ненавижу туры. Тут быстрые вначале. Надо побыстрее от них избавиться, чтобы они не заполонили все. Окей, два самых неприятных уровня пройдены. Хотя там дальше, по-моему, еще будут некоторые. Thank you.
Ну так, Джек Про норм поц, как бы, даже несмотря на то, что у меня не 16-18, но... Блядь. Все равно, что не так. Забыл, что тут в конце жирный слева. Постоянно забываю. Да я просто до этого момента сегодня первый раз дошел, поэтому не вспомнил. Такого про Серегу, кстати, вообще ничего не знаю. Он ко мне что-то заходит периодически, пишет привет и все, больше ничего не пишет. А, блин, не сорвал крайне. Ну, кстати, я не душу морализаторством и навязанной своей точки зрения, так что по вот этим критериям Дэми я не зануда. Я просто очень иногда какие-то такие слова использую занудные, которые обычно зануды используют в речи только. Вот. Очень долго могу про одну тему разговаривать кругами, одно и то же говорить, и не замечаю даже за собой. Вот, вот в этом я зануда. Скучно, ну скучно это субъективная оценка в этом плане, то есть... Я вот сейчас пытался конкретно описать, в каком плане. Блин, опасно так. Этот уровень тут легче, только что тут жирных в конце нет. Воу! Мега опасно. Тут наоборот одни жирные, тут одни жирные вообще.
Просто мега выживание. Фух. Наверное, это самый сложный уровень здесь вообще. Потому что обычно тут вообще жирных наоборот нету, а... Опять рискую. Опять рискую. Нельзя так блин, тут 40 или 39? Я сейчас думал, так хорошо опять на девяточку закончится. Тут ровно 40. Говно. Заново надо. Жесть, спасибо, спасибо. Хороший ран, на самом деле.